Всем привет! Вы на канале Zeus News. В 90-х карьера известного певца Бориса Моисеева пошла на спад, и он, как человек тонкой творческой натуры, не смог спокойно перенести уход в тень и впал в депрессию. Потом начались проблемы со здоровьем. Позже стало известно, что Борис Моисеев страдает не только от последствий инсульта, но и от слухов, которые о нем активно распространяются. Последние несколько недель стали говорить о том, что якобы он пребывает в крайне тяжелом состоянии, чуть ли не при смерти. Напомним, что примерно 10 лет назад певец перенес инсульт, после которого ушел со сцены и стал вести затворнический образ жизни. Но при этом он по возможности старается много путешествовать и бывать на интересных светских мероприятиях, а также встречаться с друзьями. В последнее время по причине пандемии таких мероприятий и выходов в свет у Моисеева стало гораздо меньше. И именно поэтому стали возникать разные слухи о состоянии здоровья исполнителя. Так, популярная в 90-е годы певица Азиза, которая считает себя близкой подругой Моисеева, решила опровергнуть слухи по поводу его плохого здоровья. Певица не стала отрицать того факта, что после перенесенного инсульта он чувствует себя неважно, но добавила, что Борис точно не при смерти. Азиза отметила, что недавно созванивалась с ним, и он разговаривал с ней несколько медленно и затянуто, но речь его была понятна. «У него голова работает нормально», – рассказала певица. Ну а мы же пожелаем здоровья талантливому Борису Моисееву. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!